Арт-арена в городе Кургане продолжает продвигать молодые дарования на новый уровень. Недавно в зауральской столице этот песенный конкурс собрал более 50 самодеятельных артистов разных возрастов. Напомним, конкурс проводится в Кургане с 1997 года. По словам Вячеслава Завей-Бороды, стоящего у истоков арт-арены, первое вокальное состязание называлось «Алло, а мы еще и таланты». Нынешнее название появилось спустя год и с тех пор прочно закрепилось. За 17 лет фестиваль успел полюбиться курганцам и открыл немало ярких имен. Среди них Елена Темникова, Сергей Курганский, Евгения Сотникова и многие другие талантливые исполнители, на которых приходили и приходят посмотреть первые лица города. В принципе, во всех уголках России живут ребята, уехавшие из города Курган, они исполняют песни в том или ином репертуаре. Я думаю, что это дает тот старт молодым исполнителям, которые призваны, в принципе, делать творческие организации для того, чтобы продвигать искусство в массы. Арт-арена 2014 открыла зрителям новых артистов в четырех номинациях – по эстрадному и народному вокалу, в авторской песне и романсе. Надеждой Кургана признана Полина Рощева. В номинации «Звездный час» победил Виктор Некрасов. Самыми юными участницами конкурса стала София Вяткина и Катя Подкорытова. Победитель конкурса Елена Агафонова получила самую престижную награду – звание «Арт-мастер» и денежную премию.